Ахамад — это ограничение подвижности, просто он меня не просто берет, он же меня пробивает, да? Правильно? Поэтому я его вот здесь вот провалить должен, но сейчас очень быстро было, ничего не понятно. Еще раз покажу, спокойно. Опять, вот идет захват. То есть я движение начинаю не от руки, вот тут вырвать пытаться. Смотрите, я начинаю движение от ноги. То есть я раз, проворот. И вот у меня движение выходит как раз вот на эту штучку. Мне остается ее только как бы вот немножко построить букву Г. Вот она. Вот человек садится. Давай на эту сторону. Опять, руками стараемся не работать, а стараемся вот тело. Вот здесь я нагрузку создал. Он провалился, я вот здесь его подхватил, то есть создал рычаг. Вот он рычаг. Теперь уже очень больно. Руками не делаем опасные удары, а делаем на провал.